Вот у нас картошка, полный пакет. Фиг донесешь. А репчатый лук там еще. Давай, Брюс. Репчатый лук. Давай посмотрим. Копченые ноги. Наверное, какая-то акция была, потому что я их не заказывала. Варено-копченые. Мы их любим, но я всегда поставить боюсь, что отравлюсь, блин. Два картошки, два пакета, молоко, яблоки. Все. Дальше два батона. Виноград захотелось. Я пожарила, сначала пожарила, потом обтушила картошку с луком. Смотрит. Дальше Захар, тут что, киви, бананы, виноград надо убрать, а то, ну так, не очень много. И апельсины. Сейчас ждем папу, тебе надо жопу помыть, ты покакал. Зуб разболелся, который я рассказала, что лечили без анестезии. А, Гёр болит. Не знаю почему. Вообще ничего не понимаю. Как они лечат? Ну, потому что пациенты, наверное, не дают лечить. Дергают. Диная. Это уже перебор. Смотри на маму, Захар. Мама же тебя фоткает. Захарк, да? Да? Красавица. Все, сынок, а? Кто хитрая? А че она хитрая? Она может взять ключ от гаража, открыть веранду. Сама говорит маме, папа, типа, папу ждет, а на самом деле этот. Ключ от гаража взяла и кликает. Гараж открывает, закрывает. Шкодина. Ну, они все такие маленькие. Ты тоже, наверное, такой был. Ну, хотя первые дети, они... Сынуля, сынок! Захар, смотри на маму. Забывали. Ну, что-то она в сидячем положении не держится. Красавцы. А? Ну, хочет, да. Захарка, видишь, у нас не разговаривает, а мучит. До сих пор. Ему пора уже разговаривать, да? Нет, еще не обязательно. А ему сколько? Год и три.
3 месяца. Угу. А это будет 2 года. Ну да. В августе. Хотела их двоих сфоткать. Тарзан. Чего морда грязная? Там сопли были. Вон тебе сейчас будет. Даша, малыш, Даша, малыш, Даша. Катать. А? Даша, смотри нам. Да, у нее? Да, у нее голубые. Или серые. У нее голубые. Мы семья голубых. Антон. Ай, мы семья, говорит, голубых. Голубоглазых. Голубоглазых, правильно. А у вас какие глаза у всех? У меня карие, у папы серо-буро-малиновые. У него этот, зелено-серые какие-то. Зелено, да, какие-то такие. Но не голубые, но не карие. Расслабься просто, сынок, расслабься и ложись. Вот так. Все, лежи, отдыхай. Даша вот рядом. А я сейчас колесо сделаю. Какое? Молодец. Это я сначала не учился. Ну просто с садика я это колесо увидел и хотел научиться. А тут... Вот она за тобой, наверное, повторять хочет, видишь? Так она не может. Бубух? Бубух, сынок? А ты, видимо, за Дашей, да, повторял? Ой, Дарья, аккуратно. И ему надо, и мне, и тебе. Так, мы пришли домой, мы были в гостях, в Михайловске аж это... Сколько километров до Ставрополя? Сколько? Ё, не знаешь, говоришь? Не слышу я папу, короче. Чё ты воду не налил? Сейчас я... Фу, Захар не дал досидеть. Сейчас, вы верите, нет, сейчас 11 часов. Это мы еще полчаса вот ехали, это значит... Жопка, как разнылся там. Так, перед этим мы зашли в детский мир. Это перекресток огурцы. Я забежала, конфеты купила. Так, это помидорчики, ну это нам. Это Захарчику. Смотри, что тебе мама купила. Футболочку на лето. Будешь носить на то-то-то. Так, что там? Такая футболка. Я на нее давно смотрела. Мне кажется, она ему большевата. Да, она ему большевата. Но ничего, ладно. Что-то она не крутится. Хотела повесить. Ну, мне эти понравились. Давай разбирать будем. Питание. Этим мы берем. Вот сейчас мы ездили в гости. Там наша сестричка Захаркина выпила. Она его на 4 месяца старше. Даша. И Захарка обычно этим завтракает. Либо так я беру вот на выезд. А вот эти, то, что овощи, это обычно его обед. Я уже говорила, это если он не ест просто суп. Ну, что ты сышь? Он без подгузника. Еще подгузники ему надо купить. Взяла овсяную кашу с персиком. Это он на ночь ест. Гречневую кашу. И вот еще гречневую кашу две. Это какая-то тут полоска странная идет, а тут нет. Она как будто порвалась. Так, все. Ну, там еще девочки мы покупали одежду. Мы ее подарили тоже. Футболку и шорты. На 1000 рублей вышло. Это Захаркина. Она ему уже маловато. Захару. Хорошая кофточка. Сынок, смотри, если ты уронишь, будет плохо. Разобьешься. Так, а это нам... Мы отнесли, нам дали. Ой, тут и яйца. Все поплавилось, эти печенья.
Мы, конечно, не так много дали. Ну, видимо, Маша сама пекла. Может, не сама. Кстати, прикольно вот так домашнее получать, когда сам не делаешь. И хлеб. Хлеб теплый до сих пор. О, настоящий. Вкусно. Хлеб обалденный. Ну, вкусный настоящий домашний хлеб. Обалденный. А что с ним? Пиво, говорит, не снимать. Варница нефильтрованная. Ну, купил себе пиво, я чё? Как будто первый раз, да, я вам его снимаю. Так, что тут еще есть? Огурцы. Огурцы я захотела сейчас с этой пекинской капустой салат сделать. Кто говорил? Никто. Вова из реальных пацанов. Реальные пацаны? Наконец-то я хочу смузи сделать. Долго я держу, еще меньше? Секунд 5 можно. 1, 2, 3, 4, 5. Ну все, она готова. А я еще воду туда наливала. Как достать? Зайчик прибежал. А если ему налить в этот, ну, в бутылочку его? Ой, потекло что-то. А, я, наверное, налила меньше, больше нормы, да? Конечно. Больше нормы я налила. Ну, разгулялась. Я же забываю правила тоже. Там плохо. Человек, который доказал, что жить, конечно, хорошо во Франции и Америке, но зарабатывать лучше в России. Ну, что, спортила опять, блин. Сегодня мы поговорим... Захар допивает свой чай. Вот это моя сумка. Захар очень любит с ней играть. Ну, она такая вся, видите, металлическая, с черепом. Ей уже 100 лет. Захарка с ней играет. Паровоз включен. Это уже следующий день. Я сварила компот новый. Ребенку сейчас налью. Компот или тему кисломолочный. Вот компот тут надо протереть. Зашли в магазин. Можно было все что угодно заснять. Вчера муж рыбу припер. Одну вот уже разобрал. Что-то соленоватое. Видно, на работе кто-то подогнал. У нас плюс 20, тепло. Тепло и ветер. Это я не люблю, когда тепло и ветер. Хотя, может быть, от этого ветра хоть, ну, холодочек, прохладно. Брюс. А, Брюс, я же тебе, когда ушла, так и не положила кушать. Значит, взяла ему бюджетные подгузники. По-моему, это Белоруссия делает. Сенса. Взяла Зева по акции. Вот такие салфетки я еще не пробовала. Ощущение, как будто кто-то открывал уже. Дальше с перекрестка огурцы. Колбаска вот такая. Для завтрака великолукский мясокомбинат. Но она какая-то по акции была дешевая. Дальше майонез. Вот такая заправка. Пекинская капуста. Я сделала салат, да, с огурцами. И не могу в перекрестке найти, как сказать... лимонный сок. Вот. Взяла вот эту заправку для салата. Сыр мне нравится на завтрак. По-моему, все. А ну, как обычно, себе вот сейчас чаем попью панини с салями. Вот, дальше. Ну, вот мы за подгузниками зашли в Карапуз, а не в детский мир.
Вот в карапузе я тебе, сыночек, купила. Вот такие штанишки новые. Вот такие. Это 86 размер. Вот эти штанишки мне нравятся именно в карапузе покупать. И вот вторые вот такие. Ну, каждая стоит 159 рублей. То бишь 160. Второе, вот такая шапочка. Супер-эро. Индескюс, что-то. Вот такие завязочки идут. Почему я взяла? Ну что, завязочки, чтобы он не снимал. И на шее завязывать. Это вот, когда совсем потеплеет. Хотя, мне кажется, уже можно сейчас носить, когда 20 градусов. Ну, просто ветрено. Ну, мне кажется, уже сейчас можно носить. Это надо стирать. Большевата ему шапочка. Да, сынок? Большевато? Да, большевато, скажи, мама. Лад. Я слила, тут была жидкость. Вот. Пекинская капуста. Огурчик натертый. В раздумьях, может быть, его не тереть. На того кизека, видите? Его и не видно. Может быть, его нарезать. Петрушка, масло, соль, ну, специи. Еще можно горошек добавить, даже морковку, мне подсказывали. Ну, можно, знаете, из дури и мясо дала. Это дешево и сердито. Так, хочется спать. Не могу. Сейчас соберу волосы. Накрою ребенка. Вот обычно кот в кроватке у него спит. Ой, зараз такой. О, это называется, тут был Захар. Надо укрыть, потому что у него ручки без длинного рукава. Ой, он, было 20 градусов, да, я вам показала сейчас. 15. И это как пасмурно, что ли, стало, гляньте. И как-то дома, и дома холодно, и врубает, хочется спать. Утопления практически ледяные. Фу, я такой срач тут надо. Я же говорю, я хочу спать. Трясёт одеться. Значит, у меня как? Коляску, кто помнит, то знает, была такая прогулочная легкая коляска, килограмма 4-4,5 я весила. Фото в Инстаграм, она серого цвета, темно-серого, показывала. У нее была перекидная ручка. Прошлым летом мы за ней аж в изобилии ездили. Со Ставрополя, не знаю куда, с маленьким ребенком. Ребенку полгода было. Это была наша первая большая. Вот. Это анекс. Это анекс. Ну, который два в одном. Еще автолюлька. У меня просто люлька от нее есть. До этого у нас была Домекс. Неважно. Поменяла на эту, я, ну, продала, эту купила. Чуть дешевле эту продать вообще не могу, никто не хочет. И кто про нее не пишет, не звонит, ту продала. Наверное, из-за того, что она была легкая и новая, и перекидная ручка у нее была. Разобрали все-таки, с руками схапнули за 5000. Ну, забрали, хотя я продавала за 7, потом хотела все-таки продать за 6. И все-таки отдала уже за 5, потому что девушка уже прибежала. Посмотрела, ушла, говорит, я еще одну коляску посмотрю, хорошо, окей, и потом мне пишут, а вы за 5 отдадите, я говорю, хорошо, отдам, ну, жалко, да, становится людей, пусть, с надеждой на то, что я продам эту коляску, потому что мне там, я хочу продать эту коляску, она тяжелая, сколько, 10, вот это, с автолюлькой тоже она где-то 10 чем-то, Захарка, больше 10, и как, что-то мне как-то 20 килограмм,
листаю. Вот. Ну и... Что я хотела сказать? Я хотела сказать... Что не продается, что сделать, чтобы она продалась. Давай, выключайся быстрее. Хоть не улыбайся, улыбаешься и сразу сводит. Пойду штаны одену, холодно, невозможно. В общем, ту коляску, которую я выбрала, она стоит 6500. Рант, прогулка, прогулочная фирмы Рант. Рант, Мишутка. Мишутка, я не знаю, сколько стоит новая. Мы по объявлению уже два раза ездили. Вот с мужем последний раз ходили. Там тоже все тяжелые. Плохо, что когда снимаешь видео, не трансляцию. Вот я снимаю себя. И жалко, что здесь нет кнопки, где я могла бы нажать. И камера, чтобы снимала в обратку. Мужа я достала уже с этими колясками. Я говорю, ну а что ты, я что, виновата? Я могла спокойно пересраться. Можно, твою мать. Вот это вот чудо, оно скинуло. Вот лежит, если вам видно. Смотрите, она с него все. Я тут только передобрала. Мужик, вот это чудо. Пересраться можно. Пойду на свет. Хочу с вами попрощаться. Этот влог я завершаю. Дождик пойдет. Однозначно пойдет дождик. Будет лить, будет лить.